От Венгрии до Монголии. Под таким названием во Дворце культуры России открылась выставка фоторабот директора Института степи Уральской академии наук Александра Чебелева. За 3 года непоследливые ученые-географы исколесили более 8000 километров, даже прошли по следам Пржевальского в степях Монголии. Хребет желтой лошади, а желтая лошадь – это дикая лошадь Пржевальского. Мы это место нашли по описаниям то место, где приезжал в 1878 году наш великий путешественник. А лошади, к сожалению, в этом месте исчезли после военные годы. Российские ученые обещают вернуть лошадь Пржевальского из европейских зоопарков в места исконного обитания. Дошла экспедиция Русского географического общества и до руин бывшего Римского вала. На нем ученые обнаружили следы флоры, считавшейся давно исчезнувшей. Бобовник, виды ковылей, полыни, степная вишня и так далее. Мы были на земле Воеводина, бывшей Югославии. И на этом валу единственное место, где сохранились наши степные растения. В том числе те растения степные, которые с кочевниками с Монголии дошли до Европы. За годы экспедиции ученые сделали 1000 снимков, однако на суд зрителей представлено 100 самых лучших. Выставка продлится до 1 марта. Вход для всех любителей географии и ботаники свободный.